тебя! Из-за тебя я обанкротилась! Но это не моя вина! Мамочка, не оставляй меня, пожалуйста! Я же люблю тебя, мамочка! Моя маленькая доченька! Не оставляй меня здесь! На! Твое место на свалке, поняла? Забери свои мерзкие шмотки! Мама! За что она так со мной? Крис, мой краш, только ты остался со мной, хоть и в экране. А на Тим-Тине девчата меня ценуют. Так ты говоришь, у тебя свой бизнес? Да, у меня огромная компания. И вообще я очень богата. Прямо ты. Я? А, ну да, я же миллионер. Я вернулась. Это кто? А, это моя, ну, я ее дочь. Дочь? Китти, почему твоя дочь так выглядит? Это она в поход ходила с классом в эколагерь. Сказала, сама дойдет домой пешком. Правда, доченька? Угу. Прошу прощения, Зак. Нам с дочкой нужно кое-что обсудить. Какого черта здесь делаешь? Мамочка, я хочу жить с тобой. Я буду хорошо себя вести, честно, честно. Ты чуть не светлку с миллионером не испортила. Только попробуй ему ляпнуть лишнего. Он должен жениться на мне, чтобы мы снова стали богаты. Поняла? Поняла. Мы все обсудили. Китти, ты такая замечательная, красивая, еще и мама хорошая. Всегда мечтала о такой жене. Жене? Так, давай поженимся, ты тоже идеальный муж. Правда? Тогда нужно назначить дату свадьбы. Да нафиг эту свадьбу? Давай прямо сейчас поедем и распишемся. Привет. А? Ну, привет. Я Крис. А ты, я так понимаю, Ева, да? Ага. А я так понимаю, что сплю? Чего? Ну, ты же мой краш. Тиктокер Крис. Да. Я много для кого краш. Ну вот, смотри. А на Тим-Тине девчата меня ценуют. Видала? Это Эдит от Тим-Тин Фан. Ребята, а вы хотите, чтобы ваш Эдит из ТикТока попал к нам в ролик? Пишите комменты, оставляйте ссылки, и тогда лучший Эдит попадет в один из наших роликов. Обалдеть! А мы же не могли оказаться на одной кухне! А мистер Зак тебе не сказал, что я его сын? Не сказал. Обалдеть! Я буду жить в одном доме со своим крышем! Ладно, я пойду, у меня еще много дел. Сойди. Это даже лучше, чем выиграть лотерею! Ты что такая счастливая? Радуешься, что я страдаю, да? Нет, мамочка, ты что? Тем более, все не так уж плохо. Да куда может быть хуже? Я вышла замуж за бедного. Развестись мы можем только через месяц. Нам придется либо жить здесь, либо на улице. Ну, Зак не бедный. Его сын Крис, ну, тот самый Крис, мой любимый тиктокер. И он по-любому много зарабатывает. Вот объясни. Ты тупая! Этих бабок хватает только на аренду дома и еду! Свали отсюда, пока я опять тебя на мусорку не выкинула! Можно? Я же просил, меня не трогать, пока я снимаю ТикТок! Ой, прости, я не знала. Я всего лишь хотела обойти тебе пончиками. Что? Я час снимаю этот тренд! Час! Засуните пончики, знаешь куда? Куда подальше? Зачем ты себя так ведешь? Ты же вроде добрый в интернете. Ключевое слово в интернете. Когда эти уже фанаты поймут, что реальная жизнь отличается от картинки на экране. Не лезь ко мне, поняла? Крис, ты зачем кричишь на нашу гостью?
И вообще, что ты тут делаешь? Ты должен был освободить эту комнату для Евы! Для меня? Да, для тебя! Нафиг ты вообще в нашем доме появилась? Из-за тебя мне теперь придется жить на чердаке! Эй, ты чего? Не обращай внимания на Криса. Он просто очень сильно переживает из-за ТикТока. Это ведь наш единственный заработок. Просто Крис прав. У всех всегда проблемы из-за меня. Сначала у мамы, теперь у вас. Это неправда. Твоей вины в этом нет. Ладно, тебе пора собираться в новую школу. Я тебя оставлю. Какой же он красивый. Еще и богат. Ай! Блин! Прости, я случайно. Ты в порядке? Ага. Ты новенькая, Ева. Я Тайлер. Приятно познакомиться. Очень приятно. Но откуда меня все знают? У нас маленький город. Если кто-то новый появляется, все узнают. Ты глянь! Новенькая с твоим Тайлером болтает. Вот зараза! Тайлер, привет! Ага. Я хотел спросить... Почему ты такой грубый? Может, сходим в кино? Нет, Тина, не мешай мне общаться с Евой. Что ты хотел спросить? Хотел спросить, согласишься ли ты со мной на прогулку? Мне нужна хорошая компания на вечер. Но ты же сказал Тине, что занят. Занят только для нее. Тина, пипец, какая приставучая. Так что, согласна? Ну, можно. Супер. Тогда до вечера. Серьезно? Чего тебе? Ты серьезно повелась на этого мажора? Тебе-то что? Да ничего. Я, конечно, сразу понял, что ты тупая, но не настолько же. Какая тебе разница, с кем я буду гулять? Да потому что Тайлер – самый подлый и мерзкий человек на этой планете. Ты откуда знаешь? Да потому что он мой брат. Что? Что слышала? Вот и зачем мы так готовимся к их приходу? Что мы гостеприимны. Ага, только они все равно скажут, я не буду есть и пить в этом грязном доме. Не еспи. Ну, привет, бывший муж. Привет, Кристи. Вот только давай без этого. Привет, мам. Сынок. Привет, Таня. Ты руки мыл? Какой же ты придурок. Так, присаживайтесь. Чай, печеньки. Я не буду ничего есть и пить в этом грязном доме. А я же говорил. Так и зачем вы пришли? Уговорить Криса переехать ко мне. Что? Нет! А кто тогда остается с папой? Ну зачем тебе тут оставаться? Я богата, у меня огромный дом, ты ни в чем не будешь нуждаться. Я просто хочу, чтобы оба сына жили со мной. Иди сюда. Что? Бывшая жена Зака богачка? Прости, мам, но я не оставлю папу. Уверен? Наконец-то! Я уже могу идти к Еве! К Еве? Здравствуйте! Я тут случайно услышала имя своей дочери! Я мама Евы, миссис Китти! Очень приятно! Могу вас тогда попросить поговорить с ней? Потому что я должен был идти с ней гулять, а Ева морозится! Чего? Эта тупица все мозги растеряла! Передайте Еве, что она мне очень понравилась, и я жду встречи с ней! Конечно, конечно! Ты просто не так ее понял! Евочка любит, чтобы ее добивались! Сейчас пойду и все ей передам! Ева! Ты дура или да? Да что я опять сделала? Ты какого черта отказалась гулять с богачом Тайлером? Откуда ты узнала? Оттуда! Мне плевать, что ты там себе надумала, но ты будешь с ним встречаться, поняла? Зачем тебе это? С каких пор ты начала интересоваться моей личной жизнью? С тех самых, как обанкротилась. Значит так, будешь встречаться с Тайлером и тянуть с него деньги. Шуруй к зеркалу. Посмотри, как ты выглядишь. Нормально я выгляжу. А должна быть красоткой. Вот что ты будешь делать, если парень на свидании скажет, что ты красивая? Скажу спасибо. Нет, ты курица! Ты должна очень громко засмеяться, чтобы он еще увидел твои красивые зубы. Думаешь? Уверена. Что ты будешь делать, если он задаст вопрос, на который ты не знаешь ответа? Скажу честно, что не знаю. Какая же ты безмозглая! Нельзя, чтобы он понял, что ты тупая. Нужно очень мило засмеяться. Вот так. Поняла? Ничего ты не поняла!
Лучше оденься красиво и молчи! Так у тебя больше шансов. Привет. Ева, я так рад тебя видеть. Да, я тоже. Ты так классно выглядишь. Спасибо. Ты должна очень громко засмеяться. Чего так смеешься? Ну, я так на комплименты реагирую. Это странно, конечно, но мне нравится. Спасибо. Извини, я на пару секунд. Алло? Ты чего так вырядилась? Выглядишь вызывающе. Твое дело. Конечно, поперлась на свидание с мажором. На бабки повелась, да? Да отвали ты! А знаешь, хотя бы идеальная пара. Придурок и идиотка. Не понял, а что ты тут делаешь? Ну отвали от моей девушки! Ах, уже девушки. Ну, удачного свиданки, отбросы. Так, я теперь твоя девушка? А чего нет? Ну вообще, я это сказал чисто для того, чтобы Крис свалил. Но если тебе не нравится, я так тебя больше называть не буду. Да не, я за. Ну что, пойдем дальше? Да, конечно. И ты это, держись подальше от Криса. Если будет доставать, говори мне. А почему он себя так ведет? Я не понимаю, я же ничего плохого ему не сделала. Крис просто с детства был редкостным придурком. Задирал всех, особенно меня. Да уж, с таким парнем я не хочу дружить. Все, я отвлекла училку в ближайшие полчаса. Она нас не побеспокоит. Супер, пора разобраться с этой курицей. О, привет, девчонки. Ну, привет, крыса. А, что вы делаете с ним? За что? А нефиг уводить наших крашей. Живешь с Крисом, еще и на свиданку с Тайлером ходила. Ну, он сам меня позвал! А что тут происходит? Ничего, Крис, девчачьи разборки. Ну ты попала, Ева. Продолжайте, девчонки. Ух ты ж гаденыш! Сюда смотри, говори, будешь же встречаться с Тайлером? Буду! И что? Что вы мне сделаете? Подправим прическу. Посмотрим, обратят ли на тебя внимание парни. Супер короткая стрижка. Нет, не надо! Это же стрижка! Ну она заслужила! А ну свалили отсюда, пока я на прическу не подправил! Ты заступился за меня? Не обольщайся! Я просто не хотел, чтобы ты рыдала ночью из-за прически и не мешала мне спать! Ого! Да уж, давненько тут никто не убирался. Ой! Осторожнее! Спасибо! Тебя что, мама в детстве не учила, что девочкам таскать аж нельзя? Нет, она вообще мало чему меня учила. Ясно. Ну тогда лучше вообще свали. Ты тут ничем не поможешь, только еще больше вот бардак разведешь. Уже хватит! Я не глупая, я не безрукая! Я умею наводить порядок, готовить есть и все остальное, ясно? Окей, сорян. Слушай, а ты не пропустишь свидание с Тайлером? Пропущу. Ничего страшного. Ради меня отказываешься от мажора? Я просто пообещала мистеру Заху помочь с гаражом! Как классно, Тайлер позвал нас к тебе на тусу. Не радуйся так, мы просто массовка. А Тайлер ждет свою Еву-королеву. Фу, главное сдержаться, не расцарапать ей лицо при Тайлере. Что-то Тайлер не может ей дозвониться. Обреките, если она не придет. Это будет супер! Тайлер, а ты чего такой грустный? Пошли танцевать. Они! Ну, Тайлер! Ты... Алло? Алло, Ева! Ну, наконец-то! Чего ты так долго не отвечала? Прости, я занята. Мистер Зак, точнее, твой папа ушиб ногу. И я помогаю Крису с уборкой в гараже. Ну, я же говорил тебе держаться подальше от Криса. И ты обещала прийти на вечеринку. Извини, но сегодня никак. Мне пора идти. Позже созвонимся. Ева, не смей бросать трубку! Алло, Ева! Алло! Кажется, Ева отжила Тайлера. Ну и дура. Он теперь мой. Тайлер, ну не грусти.
Ева, а чего это мы не сдерживаем обещание? Обещала перезвонить и не перезвонила. Прости, просто с Крисом до ночи работали в гараже. Я подумала, что ты спишь. С Крисом, да? Вот значит что! Ты была с ним на свидании? Нет, я же сказала, помогала с уборкой в гараже. Не ври мне! Тайлер, ты меня пугаешь! Ты влюбилась в Криса, да? Говори! Нет! Жена забрала все мои деньги при разводе. Ты идиот! Мог заработать еще! Я вышла за тебя замуж, а ты не богач! Если бы не вышла замуж, осталась бы на мусорке, потому что ты банкрот и у тебя нет дома! Ах ты ж гад! Да выйди сюда! Фу, вы что опять устроили? Такое чувство, что я взрослый, который вас постоянно разнимает, а вы большие дети. Молчи, огрызок! Чего? Того! Такой же неудачник, как и твой отец. Хорошо, что моя дочь встречается со своим богатым братом. Уже не встречается, она только что его бросила. Что? Она с ума сошла? Вы сейчас офигеете! Что? Опять распродажа сумочек? Нет, Крис же нас прогнал, а я вернула за резинкой, которую потеряла. Ну вот та зелененькая, сейчас найду, сейчас. Синди, ближе к делу! Короче, Крис и Ева мило болтали, играли в догонялки, упали и чуть не поцеловались. Что? Ты уверена? Еще как! Тина, ты все еще хочешь со мной на свидание? На свиданку? Только мне нужна будет одна услуга от твоих подруг. Ты же на все ради меня готова. Конечно, котик. И куда Крис убежал? Не поняла. Думал, если уведешь у меня девушку, то тебе ничего не будет. Ты что делаешь? Разбирай слухи. Отпусти его. Ты я адекватный псих. А тебе-то что? Ты же говорила, между вами ничего нет. Или ты влюбилась? Да, влюбилась. Не дам тебе его избить! Тайлер! Это что такое? Мама, что ты тут делаешь? Пришла проведать сыновей в школе и вижу, что не зря. Тайлер, ты сейчас же поедешь в исправительный интернат! Мама, не надо! Мама! Эй, отключи свидание! Элис, за мной! Крис, ты как? Пойдет. Идем, обработаем твою ссадину. Не больно? Не. Получается у нас 2-1. В смысле? Ну, я тебя спас 2 раза, а ты меня 1. Ты дурачок! Слушай, то, что ты сказала Тайлеру, это правда? Что он неадекватный? Конечно, правда. Нет, ты знаешь, о чем я. Ты сказала, что влюблена в меня. Это правда? Крис, я сказала это, блин... Правда? Да! Ну и какая разница? Я же все равно тебя раздражаю! Ты серьезно? Да, я вел себя так, потому что я с первого дня влюбился в тебя. И не мог признаться даже сам себе. Может, хватит во всем обвинять свою дочь? Она вправе выбирать сама, с кем ей быть. Что? Какой-то старый неудачник будет мне советы давать? Ты со своей жизнью разберись! Ты со своей сильно можешь разобраться? Сама неудачница! Потеряла дом, компанию, а во всем винишь Еву! Это не твое дело! Алло, да! Я вас слушаю! Что? Вы не шутите? Спасибо! Спасибо вам большое! Ура! Я больше не банкрот! Тебе вернули компанию? Да! Меня признали банкротом ошибочно! Теперь я забираю свою дочь и еду обратно в свой домик! Ты не можешь таскать свою дочь туда-сюда! Она подросток! Ей нужны друзья рядом! Моя дочь! Что хочу, то и делаю! Пока, лузер! Бумаги на развод пришли по почте! Как же хорошо снова чувствовать себя миллионершей.
Ты что такая кислая? Радуйся! Чему радоваться? Что твоя мамочка молодец! И ты снова можешь кушать лобстеров, а не эти сухие сэндвичи. Лучше бы сэндвичи и Крис рядом. Забудь уже про своего болвана. Иди вон лучше, дверь открой. Крис, а что ты здесь делаешь? А, я пришел позвать тебя на свидание. Но ты же живешь отсюда за сотни километров. Вообще-то нет, я теперь живу на соседней улице. Мы с папой решили переехать. То есть мы теперь всегда можем быть вместе? Да. Вот, собственно, и все. Надеюсь, вы прислушаетесь ко всем моим советам, и у вас все наладится. Конечно! Мы с доченькой будем очень стараться. Да, солнышко? Угу. Хорошо. Если что, звоните. Был очень рад с вами пообщаться. Дня мы будем лучшей мамой и дочкой. Только за один день ничего не изменится. О, это же твоя одноклассница Анита. Анита, садись к нам. Мама, нет. Психолог сказал больше общаться со своими друзьями. Так что, Анита, садись к нам. Мы не друзья, она мой враг. Здравствуйте. Привет, Аниточка. Я Ариэль, мама Кити. Хочешь с нами пообедать? А почему бы и нет? Капец! Вау! Вот это ногти! Цвет прям мечта! Спасибо, миссис Ариэль. Можешь звать меня просто Ариэль. Кстати, а ты не знаешь, где тут веганские салаты? А то в мясе столько калорий! Ты тоже считаешь калории? Вау! У меня, кстати, есть специальное приложение. Сейчас покажу. У меня такое же! Мы так похожи! Офигеть! Похожи они! Китти, ты куда? Домой! Я смотрю, вы и без меня отлично проводите время. Мы тогда с Анитой еще посидим. Кстати, а ты видела новую коллекцию Гуччи? Естественно, мы можем сегодняшний показ Баленсиаги вместе посмотреть. Я только за. То есть твоя мама весь день провела с этой? Да, прям лучшие подружки. Бесит. Но она... Смотри, кто идет! Зак! И он идет ко мне! Так. Давай, Китти, соберись! Пришло время спеть ему песню, и тогда он точно позовет тебя на свидание. Фух, ты права. Привет, красотка! Я готова! Не могла бы... Это что сейчас было? Сам ничего не понял. Так ты дашь мне свой номер телефона? Конечно. До встречи, красотка. Пока, да. Ага, пока, Мэри. Мало того, что ты опозорилась, так он еще и твоего имени даже не знает. Да, отвали ты! Кажется, идет! Привет вам! Что ты делаешь? Мне это больно! Это что такое? Это пранк! Ты точно чокнутая! Я чуть сознание не потеряла! Ненормальная! Психолог же сказал добавить юмора в нашу жизнь. Смешно же получилось! Ха-ха-ха! Прямо боржаться! Тебе не понравилось? Странно. Анита оценила эту идею. Анита? Вот бы и разыграла эту курицу. Не говори так. Анита хорошая девочка. Ну все, не злись. Покушай. Я тебе салатик приготовила.
сама свою траву ешь! Перейди, а ниточку угости! А ты уверен, что училка не в кабинете? Да уверен, открывай давай! Ладно. Тут закрыто. Да блин! О, сейчас! Ауч! Походу, сегодня ничего не получится. Как я с тобой дружу? Дверь в другую сторону открывается. А, ну так бы сразу и сказал. Ева? А, миссис Джессика! А, это вы? А, что ты тут делаешь? Я? Ничего. А вы? А мы это, училку ищем. А, ну вот я тоже к ней пришла. Ну, раз ее нет, то я пойду. А это что такое? Эй, это мое, отдай! Нейт, смотри, вот и ответы на тест. Я их первая нашла! Но нам они тоже нужны. Раньше надо было приходить. Кто успел, тот забрал. Нейт, хватай ее! Только попробуй, у меня есть ногти! Не буду я у тебя ничего забирать. Эх, опять отец накажет меня за плохие оценки и запрет в комнате. Ладно. Можете сфоткать ответы. Ура! Спасибо, Ева. Ты моя спасительница. А теперь валим. Ева, идем. Спасибо, что пришла. Только тебе нужно скорее уходить, пока Китти не вернулась. Я все понимаю. Пока-пока. Пока. Анита! Мама, ты эту овцу уже в дом притащила! Сама овца! Китти, зачем ты так грубо? Анита очень милая девочка. Эта милая девочка всю жизнь меня булила, еще и краша моего увела. А ты с ней дружишь? Анита не могла. Если ты про Зака, то он ей даже не нравится. Ты еще с ней парней обсуждаешь? Мама, это предательство! Ну что такого? Если хочешь, я помогу тебе Зака завоевать. Ты лучше не лезь, сделаешь только хуже. Он такой милый и добрый, а еще сильный. И вообще, он самый-самый классный. Супер. А еще он сказал, что у меня глаза красивые. И еще... Хватит! Мы фильм собрались смотреть или на это обсуждать? Прости, я понимаю, что Зак тебя не замечает и тебе неприятно. Молчу. Мам, ты прикалываешься? А, что? Не слышу. Выруби пылесос. Говори громче. Может, в комнату пойдем? Там фильм досмотрим. Ты специально? Всегда все мне назло делаешь. Я просто решила сделать уборку. Прости, что помешала. Мы фильм смотрим. Из-за тебя придется идти за новым попкорном. Yes, ушла. Еще и телефон забыла. Миссис Ариэль, я не дам вам читать переписки Китти. А мне это не нужно. У меня есть план получше. И ты мне в этом поможешь. Да тихо ты! Давай рассказывай мне про этого Зака. Какие у них с Китти отношения? Да никаких. Он даже имени ее не знает. Она с ума по нему сходит. А вам зачем? Хочу помочь дочке в любви. Сейчас будем писать Заку от ее имени. Так, как он там подписан? Ага, нашла. А это, может, не надо? Нет, надо. А может, фотку ему отправим? Надевай. Зачем? Ну, вы с Китти похожи. Немного. Типа она фотку отправила. Нет, не нужно. Я думаю, это лишнее. Давайте просто смс напишем. Да, ты права. Китти мне еще спасибо скажет. Возможно, это и не такая уж и плохая идея. Китти бы сама этого точно никогда бы не сделала. Я знала, что ты меня поддержишь. Так, приветик, Зак. А эможи какой? Вот этот. Отправить.
Прочитал! И пишет что-то! Ева, где ты была? Я тебя по всему дому ищу. Еще и телефон свой не могу найти. Телефон? Не видела. А это, мне пора, там мне надо к урокам готовиться. А как же фильм? А, в другой раз. Пока. Странная она какая-то. О, а вот и телефон. И как он тут оказался? Привет, а я тебя уже заждался. Ты меня? Ну да, я же вчера написал тебе, что хочу пойти с тобой гулять, и ты сказала, что утром ответишь в школе. Я? Я так написала? А, ну да, я так написала. Так ты согласна? Ты обещала мне спеть. Уверен, ты написала ту новую песню. Спасибо. Yes, не зря написали. Я вообще мечтаю стать певицей. Мечтай дальше. Ты не станешь популярной певицей. Лучше выбери себе нормальную профессию. Еще как стану! Не-а, и твоя мама тоже так считает. Ах, моя мама! Ой-ой, задержи ее! Отпусти меня! Иди! Да все, все! Я успокоилась. Точно? Да! Психичка! Заткнись! Девочки! Как же я обожаю проводить время в салоне. С массажем закончили. Сейчас принесу масочки для лица и рук. Супер! Что с тобой, Анита? Это все Кити! Она напала на меня и ее вообще еле оттащили! Это что за кошмар? Ой, простите, мы приведем порядок в ваши волосы. Сначала коктейль принесите. Конечно, конечно. Ваш коктейль. Буквально пару минут, и я займусь вашей прической. Какой ужас! Как Кити могла так поступить? Я с ней обязательно поговорю. Только сначала нужно с психологом посоветоваться. Тут вам передали. Ого! У тебя появился тайный поклонник! Тут записка. Жду тебя в 5 в кафе. Твой Крис? Это тот самый психолог! На встречу наденешь вот то вот самое красивое платье. Нет! Я никуда не пойду! Нет! Ну почему? Он ведь красивый, и ты ему нравишься. Ты все равно хотела с ним посоветоваться. Я не знаю. Мне надо подумать. Да что тут думать? Тебя такой краш зовет на свидание. Свидание? Ой, я так давно не была на свиданиях. А вдруг я сделаю что-то не так? Да не переживай ты так. Иди навстречу и даже не сомневайся. Все равно я нервничаю. Как я выгляжу? Заку точно понравится? Ты отлично выглядишь. Идем, парни уже почти подошли. Согласна с Евой. Ты красотка. Я твое мнение не спрашивала. И куда это ты собралась? Опять со своей Аниточкой гулять? О, нет! Забери же здесь! Поправь мне волосы! Да успокойся ты! Парни, заходите! Привет! Здрасте! Здравствуйте, мальчики! Как дела, Зак? Ма, не лезь! Нам пора! Стой! А как же поцелуй на прощание? Мама, нет! А без поцелуя нельзя. Как это мило. Мама, отвали! Ты меня позоришь. Да ладно, это и вправду мило. Мне не 5 лет. Так, все, тихо, Кити. Ты же не хочешь, чтобы Зак решил, что ты истеричка? Не-а. Ладно, ребят, нам пора. Пока-пока. И чтоб в 11 была дома. Так, не что же уже пора? Ты уверена, что не надо звать твою маму на выступление? Да, я не хочу ее ни видеть, ни слышать. Поэтому к тебе и переехала. Не порть мне настроение. Хорошо, я тебя поняла. Не помешала?
Я вам тут с собой еды собрала. Вдруг проголодаетесь перед выступлением. Ой, спасибо, мамуль. Кстати, пятно с твоего любимого платья я тоже отстирала. Ты самая лучшая мама на свете. А ты самая лучшая дочка на свете. Какие же они счастливые. Почему у меня с мамой не так? Ну, все, не буду вам мешать. Ну что, ты готова? Может, все-таки позвонишь маме? Да, вы поссорились, но она же тебя любит. Наверное, ты права. Последний раз она постила фотку в Инстаграм 10 минут назад из магазина. Пойду туда и поговорю с ней. Ну вот и супер. А я пока отнесу гитару и проверю все оборудование к выступлению. Вау! Смотри, какое платье! Ну хватит грустить. Я специально вывела тебя на шопинг, чтобы поднять тебе настроение. Да, ты права. У меня отличное настроение. Эй, ты чего? Кити меня ненавидит. Она переехала к Еве, уже 3 дня со мной не общается. Даже на выступление не позвала. Вы обязательно помиритесь, вот увидишь. Мама, опять с этой Анитой. А я еще помириться с ней хотела. А, давай сами придем на выступление Кити, и вы там обязательно помиритесь. Она меня не простит. Еще и как простит, идем. Все готово, осталось дождаться Кити. А попкорн будет? Нет, конечно, ты своим хрустом будешь заглушать Кити. Кити! А где миссис Ариэль? Не произноси даже ее имени! Кити, все в порядке? Может, перенесем выступление? Со мной все в порядке! Садитесь уже! Мы не опоздали! Зачем вы приперлись? Я вас не звала! Доченька, я же не могла пропустить твой концерт! Не трогай меня! У тебя вон новая дочь! Пусть она и выступает! Солнышко! Я ее верну! Давайте лучше я. Но она же тебя ненавидит. Я знаю, что ей лучше сказать. Вот, возьми. Отвали! Ты и так украла у меня маму. Что тебе еще нужно? Да, я и вправду подружилась с Ариэль. Но ты ее дочь, и она тебя любит. Она желает тебе только лучшего. Она так и сказала? Да, она и вправду переживает, что вы поссорились. У тебя лучшая мама на свете, не то что моя. А что с ней не так? Да с ней все не так. Она постоянно то на работе, то в командировках. Я вижу ее раз в месяц. А твоя мама заботливая. Вы обязаны с ней помириться. Наверное, ты права. Я же только благодаря ей сейчас наконец-то встречаюсь с Заком. А Зак, кстати, все еще сидит и ждет твоей песни. А я и спою. Спасибо тебе. Ты, оказывается, не такая уж и стерва. Спасибо, ты тоже классная. Вернулись! Ну что, вы поговорили? Да, прости меня, мам. Я была такой глупой. И ты меня прости. Я тебя люблю. А песня будет сегодня или нет? Да подожди ты! Конечно, будет. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I need to, not because, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words and all the things you do to make it real, then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already knew what would
you do if my heart was turning to? Then you wouldn't make things real just by saying. С ума сойти! Это было супер! Я влюбился в твой голос и в тебя. Кажется, я все пропустил? Крис! Да, обнимай его уже! Кстати, поздравляю с удачным выступлением. А это маме талантливой певицы. О, а это что, у Кити будет новый папа? Ну, об этом еще рано говорить. Тем более Кити, да не против я, чтобы вы встречались. Я только рада. Правда. Ура! Обнимашки! Дорогие наши зрители, большое вам спасибо за то, что вы нас смотрите. И ставите нам лайки, мы вам очень благодарны. Пишите нам комментарии, нам очень приятно их читать. Подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Мы вас любим! Она переехала к Еве, уже 3 дня со мной не общается. Она уже на выступление не пошла. Да, этот дым. Сейчас. Ты тоже считаешь коров? Коров. Она тоже считает коров. Включи камеру, за! Так, что за интервью? Я поняла.